Да, дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в Майнкрафт Выживание на Скайблоке. У меня здесь курочки есть, есть овечки, есть свинка, а также мой друг, волчонок, мой дружище. А также, ребята, у меня есть вот что. Вы все знаете, что это такое, и я сейчас собачонку туда отправлю. А ну-ка, иди сюда. Бобик, Бобик, пошли быстрее, полкаша. Пошли, давай. Полкаша, пойдем, я тебя сейчас туда скину. Пошли, полкаша. Полкаша не хочет, так бы я его скинул, пускай бы там бы отдыхал бы. Да, полкан? Давай, сиди здесь и сторожи Эндермир. Вот этот, все. А я пойду расскажу еще, что у меня новенького здесь появилось. А появилось у меня много чего. Появилось такое вот замечательное место. Сейчас я поставлю сюда факел. Вот в это место. Сейчас. Вот так. Появилось у меня отличное место для рыбалки. Вот. И будем сейчас рыбачить. Смотрим и ждем. Можно много чего интересного словить. Опа! Опа! Что словил, что нет. Да, вы можете заметить, у меня здесь кое-что растет. Я тут все заморочился, сделал. Это очень было долго. Так, ну давай порыбачим. Я хочу немножко порыбачить. У меня есть время до ночи. Так, овечка, не сиди здесь. Давай, давай, давай. Сейчас рыбка побежит. Сейчас, смотри. А ну-ка, рыба, давай. Ничего не происходит. Ждем еще. Еще подождем. Еще. Еще. Ничего нет. Неудачно. Неудачно забросили. Забрасываем еще раз. Свинтус. Свинтус сидит и смотрит, как я рыбачу. Угу. Это может долго продолжаться, но я хочу словить что-нибудь интересное отсюда. А мне интересно, если я сейчас прыгну вниз, эта веревочка меня будет держать, интересно, или нет? Смотри, это же веревочка. Ниточка, да, маленькая ниточка, но это же веревочка. Сейчас проверим, будет ли она меня держать. На счет три. Ой, что-то клюет. Ничего не словилось. На счет три. Три, два, один. У-ху! Ниточка, держи меня. А, оборвалась, ниточка оборвалась. Короче, неудачно. Неудачная попытка, да. Ну что ж, хорошо, что я проснулся. В домике еще раз играем. Еще. А, подожди. А я думал, сломалась удочка. Нет. Так что, ребята, если вы хотели узнать, будет ли держать эта ниточка, нифига не держит. Она нифига не держит. Так что можно упасть, и будет все. Печально. Сейчас попробуем что-нибудь словим. Если словим, то будет хорошо. Если нет, то будем дальше что-нибудь делать. Но, давай. Если я в воду зайду. Опа, давай, ловись, ловись. Словил что-нибудь или нет? Фиг знает. Вот здесь мы что-нибудь можем посадить. Сейчас я красиво так сделаю, чтобы была грядочка. Хотя, в принципе, оно, это не нужно здесь. Это здесь не нужно. А, у меня стрелы только есть. Ладно, ничего страшного. Скоро-скоро появятся зомбаки. Мне нужна кирка. И сейчас я пойду добывать ресурсы. Да, у меня тут такое вот есть такое место замечательное. Здесь я буду добывать ресурсы. Мы туда сейчас встанем и будем добывать. Камень. Ой. Ой-ой-ой, уже я. Уже не буду сюда добывать. Сейчас это все мы закроем. Будем отсюда добывать. Ух ты, что это такое? Что там нашли? О, вот так вот обезопасим себя. А сломается, надо металл, нужен металл, металлическую нужно. О-о-о-о-о-о, быстро закрыли.
Вот металл. Мне нужен металл. Сейчас мы добудем металл. Раз. А железная руда у нас только одна. А, вот здесь еще есть железная руда. Сейчас мы так построим аккуратненько. Вот так. Там, о, золото еще есть. Так, золото тоже нельзя. Золото так тоже нельзя делать. А где? У меня где-то наверху, мне кажется, где-то наверху у меня была печь. Угу. Где-то была. Где-то была, фиг знает где. Короче, надо будет сделать. Надо будет сделать печь. Для этого мне нужны будут блоки. Собираем блоки. Здесь у меня лава, кстати. Так, 8 должно хватить. Я не помню. Ага, хватило. Все, печку мы взяли. Печку ставим. А, железной руды-то мало, алё. Железной руды-то надо больше. Появились чудики. Чудики появились. Где-то у меня был лук. А лук у меня с той стороны был, слушай. О, печаль, печаль. Ладно. И здесь у меня нету кровати. Может быть, пробежим быстренько. Подожди, не знаю, получится, нет. Может быть, успеем пробежать в домик. Опа, попал. Иди нафиг, овечка, что-то здесь стало. А, вы не можете уснуть, пока рядом есть монстры? А, что ты здесь делаешь? Иди отсюда. Нормально. Давайте, ладно, подкоп сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой, кто бы знал, что здесь яма. Где ты? А, ты маленький засранец. На этой, на корочке, да? Сейчас я тебя замучаю. На, получай, получай. О, ты мне ничего не... Ты со мной ничего не можешь делать. Все, готов. Хотя я могу поспать. Нет? Где еще монстры? Какие еще монстры? Подожди. Где какие монстры здесь? Вот это что ли? Это разве монстр? Это же просто... Просто тараканчик, паучок. Раз, два, три, четыре, пять. Все, готов. Ой, тихо. Алло. Гад, а? Гаденыш. Я хочу просто поспать. Иди нафиг. Эй, иди ты нафиг, курица. Отвали отсюда. А у меня точно, точно оружие? Нет, нету оружия у меня. Корова стоит. Что они здесь делают? Иди отсюда. И ты тоже иди отсюда. Давай, заходи сюда в домик, я тебя сейчас убью. Ах ты гад. А ты не знал, что я здесь сейчас? Возрождение у меня вот здесь. Все. Есть, готов. А теперь я спокойно посплю. Да. Скелет не знал. Скелет не знал, что я здесь буду возрождаться и буду его убивать дальше. Угу. Кто там? Корова стоит. А, корова, надоела мне. А, подожди, подожди, алло. Нет, я не буду. Я не буду пока сюда идти. Зачем мне туда идти? У меня сломалась кирка. А, все, вспомнил. Вспомнил, где у меня есть снаряжение. Вот у меня лук, я возьму стрелы. Так, а тут нет стрел. Возьмем косточки немножко вот здесь. И дерево. Угу. И сейчас мы кое-что сделаем. Сейчас мы будем выращивать деревья. Мне нужны деревья для много чего. А, я же здесь насадил уже кучу деревьев. Теперь будем их выращивать. О, сколько у меня костной муки много, офигеть. Есть, дерево выросло. Маленькое какое-то, никудышное дерево. О, это уже получше. Теперь это садим. Это тоже хорошее. А вот еще дерево, смотри. О, есть. Сейчас мы тут такой сад посадим. Деревьев, ой. О, нормально. Теперь можно взять
Где у меня топор, а? Слушай, придется руками. Придется руками все делать, как в добрые старые времена. Добываем рукой, делаем. У меня даже нету обычного камня. Ой, куда я пошел? Вот в этом месте. Кыш. А, вот у меня есть каменная штука. Вот здесь у меня должно быть делаться, вот, как называется, генератор булыжника. Вот. Да, именно он. Именно он генератор булыжника. Мы добываем камень. Отлично. Сейчас много добудем камня. Вот так вот, да, я сижу. Когда я не снимаю, я сижу вот так вот и занимаюсь такой вот игрушкой. Сейчас ломается кирка. Скоро. Все, и нормально. Нормально, и делаем, значит, палочки. Сначала палочки сейчас сделаем. И главное, мне... Ой, удочку взял, нет. Мне нужно сделать топор. Раз, два, три. Три топора и кирку. Раз, два, три. Лопату тоже возьмем, пусть лопата будет. Две лопаты даже. Одну лопатку сюда положим, кирку сюда, даже две положим. Так, это мне не нужно, я это все уберу. Удочку тоже. Рыбу тоже. Костную муку оставлю. А, хотя уже места там нету, все нормально. Нет, иди ко мне. Начнем собирать дерево. Ой, куда я пошел? И сейчас добудем немножко дерева и посмотрим, что я смогу еще построить интересное. Вот, дерево есть. Будем заниматься. Надо, короче, убить дракона еще. Я еще дракона не убил, да. Еще пока не убил. Но кое-что я придумал, как его убить. Будем строить кровати. Кровати. И будем ложиться, и он будет взрываться, кровати. Понимаешь? Мы этим взрывом убьем дракона. Ты не знал или знал? Я надеюсь, ты знал. Напиши в комментарии, кстати. Знал ли ты или нет. И еще, кстати, я хочу построить стенку такую. Таблички, короче, буду делать. Таблички, если будешь писать комментарии, я сделаю стенку. И твой комментарий. Напиши комментарий. Напиши комментарий под этим видео. В следующем ролике ты увидишь стенку со своей табличкой, со своим именем. Да. Я сделаю доску. Доска почета. Будет у меня доска почета, это я обязательно сделаю. Так что обязательно, обязательно. Обязательно пиши комментарий. Если ты хочешь быть на доске почета, я тебя туда поставлю. Напишу имя. Будет здорово. И сейчас соберем последнее дерево. Все, смотри, много у меня теперь дерева есть. И надо будет собрать из металла, сделать ножницы. А где-то у меня ножницы были, кстати. Угу. У меня есть, кстати, картошка. Да, картошка. Я не помню, что тут здесь растет. Картошка или нет? Сейчас посмотрим. Да, картофель. Да, я сюда посадил картофель и будем ждать, пока он вырастет. Все. Ну, а ты, мой дорогой друг, подписывайся на канал. Здесь будет интересно все. Всем пока-пока. Да-ду-да-ду-да, да-ду-да-плей, ду-да-плей.